Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Помните, я зарекался, давал обещание, что больше в садовый центр ездить не буду. Так вот, где вы там? Направлю на них, они в другое место. Так вот, земляне, вы не поверите. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. А здесь наоборот. Гора пришла к Магомету. Позвонили мне сегодня садового центра, ну, ребята, и говорят: дядь Саш, ну, они меня так называют. Знаете, в честь праздника директор сказал вам, как самому постоянному активному покупателю: приедьте, выберите 4 деревья, 4 дерева, каких вам угодно, но чтобы цена не превышала 6 тысяч. Вот он решил сделать самым активным покупателем, их оказалось 5, и я в том числе. Директор решил сделать подарок. Я, конечно, поехал, конечно, я выбрал, а почему бы и нет. Ну, вышло не на 6 тысяч, а на 6100. И вот на 100 рублей я набрал, сейчас покажу, что. Сейчас давайте вместе разбирать. Марсик, тебе поливать да поливать. Набирайся сил. Не расходуй зря жидкость ценную. Ну что, земляне, вы не представляете, первое, что я взял, это вот это вот. Что это? Сейчас увидите. Я давно об этом мечтал. Ну как мечтал? Я не знал, как она выглядит. Это сакура. Теперь у меня будет сакура. Мирка, Марсик, видите? Ну, это еще не все. Потом я выбрал, знаете что? Я выбрал, сейчас покажу, гортензию на штамбе. Вот она. Вот так. Это гортензия. Видите? Ну и два Пауль Скарлета. Я их, конечно, одной рукой не достану. Вон они там растут. Помните? Маленькими розочками цветут. Паули. Но если найду фото, я покажу. Вот такой подарок от садового центра. Не ожидал, честно говоря. Очень приятно. Я им повезу тяпочек своих, придарю. Комплект соберу и придарю. Теперь вот надо думать, куда все это дело воткнуть. Здесь каждый квадратный сантиметр уже посажено. Здесь что-то. Все. Все забито. Сюда можно будет посадить. Вот здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дырочки буром просверлить по бедитовым и посадить. Это самое единственное незанятое место, где ничего пока нет. А вот она и сакура. Я ее впервые вижу, честно говоря. Смотрите, какой лист у нее еще декоративный. Ну что, красавица, да? Я и не мечтал, и не думал, что у меня будет сакура. И вдруг раз... Есть же правда на земле. Или справедливость. Сколько я у них там взял этих растений. Мирка, иди. Иди, посмотри. Ну что, магары заработали? Да не прыгай, я же в белых брюках. Не прыгай на меня. Не прыгай, сказал. Мирка! Слово не прыгай для нее, как прыгай. Мальчик, глянь, какой степенный. Солидный. А ты? Ветреная. О, белые брюки. Ну, правда, она в озеро не ходила, не купалась. Ну что, земляне, полюбуйтесь. Я сам первый раз вижу это чудо. Ну, что, сакура, сакура. Какая она, эта сакура? Вот теперь вот.
все мы ее увидели.